phải không? Cái giờ rất là chấm đi còn nữa. Chấm luôn. Thiệt không? Chấm chấm bắt được rồi đấy. Hả? Работает от профессионала своего дела. Возглавляет команду добычи Васильев Валерий Васильевич. Опытный мастер добычи. Обеспечивает сырьем траулер капитан Назин. Подсоединена проверка о правильности подсоединения и аккуратно вкладываем на трал, дабы избежать запутывания, и продолжаем постановку. Моряки выбирают верхнюю подпору, чтобы тоже не было случайно каких-нибудь санкционированных западаний канатов. Успешной постановки, потому что на промысле каждая минута дорога. А все-таки траулер может, траулеру, вернее, надо в сутки 500 и более тонн для того, чтобы в полную силу нагрузить фабрику. Вот обратите внимание, направляющие кольца, да? Вот кажется, элемент такой элементарный, но он очень хорошо помогает при укладке трала. Укладки трала на барабан. Специально для них были сделаны лебедочки для перемещения направляющих колец вправо-влево. Для того, чтобы на барабане все четко укладывалось, то есть ровно. Не было провисаний, слабин канатов, дабы избежать порывов, так как если на одну сторону намотать, то одни канаты пойдут со слабиной, другие в натяжку, и, возможно, даже порывы не на промысле, а именно здесь на палубе. Поэтому вот предусмотрены вот эти вот направляющие кольца. Лебедки, это уже, я так понимаю, они изначально не были предусмотрены, это уже вот фантазии самого экипажа сделали. То есть предусмотрено таким образом, что одна лебедка идет на заторможение, а вторая лебедка тянет по ту сторону, потом переключается. И также вот другая лебедка растормаживает. Наконец крыла, одна загрузка, а вторая на кабель. Ну, смотрите, при переходе с остального каната на дайне, дабы избежать крутых крыльев, используют петляки, блюлайн. Но здесь вот вертки стоят А8 на конце крылья. Дальше на увеличение пойдет. И на кабельной линии 100 метров. Канат трехпрятный, турбовая. Немножко неудобно, но приходится мириться.